С 3 марта заявки на получение британской визы в Петербурге будут приниматься только в электронном виде. Такая система позволит консульству более эффективно работать и значительно упростит подачу заявлений. Напоминаем также, что с 10 января в Петербурге начала действовать упрощенная процедура предоставления биометрических данных для британских виз. Теперь, для того, чтобы пройти процедуру сканирования отпечатков пальцев и снятия цифрового фото, петербуржцам не нужно будет посещать консульство. Это можно будет сделать в британском визовом центре одновременно с подачей заявки.